Видеоотзыв о марафоне «Я пишу как Бог». Мне этот марафон очень-очень понравился, потому что он действительно для наших душ, да? Ну, по крайней мере, я говорю о себе, он для моей души. Она этого марафона ждала очень долго, потому что если взять писательские марафоны, вот сейчас я прохожу их, там учат писательскому мастерству, как, ну, как писать рассказы, стихи, там, повести, неважно, да, навыкам учат орфографии и всего прочего, сюжетной линии и, ну, и тому подобное. А этот марафон, который, как сотворила, да, Нелли Давыдова, «Я пишу как Бог», там даже в этом названии какая сила большая. И там само название уже притягивает туда заблудшихся душ, потому что моя душа почувствовала этот марафон еще заранее. Я об этом говорила, писала, что много где что проходила, тренинги и курсы, да, и мне почему-то не помогало. У меня тяжесть на душе была очень тяжелая, и ну, я не чувствовала себя счастливой. Вот, и вот я прям чувствовала, что мне, ну, как бы сказать, мне нужно такое поле, где я бы разговаривала, или вот что-то мне прям. Еще не знала, не осознавала это. Мне прямо изнутри хотела все выйти, а я не знала, куда и как, и вообще, что делать с этим, с внутренним этим состоянием, с внутренним багажом, который уже носить не хочу, а не знаю, что с ним сделать, куда его выплеснуть. Ну, в общем, затык полнейший был. И вот год назад я пыталась, да, ну, свою боль выписывать, я прям в тетради, у меня прямо куча тетради была, я одну исписывала, другую начинала, я ревела, я выписывала очень много там своих эмоциональных историй из прошлого, и, ну, как бы помогало это на время, ну, ты выплакала, да, а потом время проходит, и, а он там и есть, он никуда не ушел, он там и остался. Эта боль, вот эта тяжесть на душе. Ну, это, не знаю, словами не передать. Может, кто-то и сейчас испытывает эту тяжесть, или испытывал, он поймет меня. И когда на марафон на этот попала я, у меня. Но у меня весь марафон, у меня не было таких мыслей, о чем писать, что писать. У меня все прям выливалось. Я каждый пост плакала, писала. Я изливала свою душу. Я эти камни вытаскивала наружу. И почему в марафоне там очень мощное поле вот этой вот любви, этого принятия, да, вот этих вот душ несчастных, которые заблудились в своей жизни, и они не знают, что им дальше делать, как жить дальше, потому что там не жизнь, там идет смерть. Это, я не знаю, но это не жизнь. Это ты посадил себя в тюрьму в какую-то, и выхода не найдешь, ключ где-то потерял, и не можешь открыть эту дверь, ну, то есть выйти вообще невозможно из этого. Вот, и на этом марафоне я всю душу свою излечила. Это прям, ну, это, во-первых, очень я почувствовала по своему состоянию. Я начала искренне улыбаться. У меня как бы вот это вот все ушло, да, этот груз весь ушел изнутри, и у меня начали как бы рождаться другие желания, у меня творчество проснулось во мне, ну, мне захотелось что-то
чем-то заниматься, от чего я наполняюсь. Вот, и я много в жизни искала, но и не находила, что меня бы наполняло, от чего бы я кайфовала. На этом марафоне я нашла. Мне нравится писать, он помог мне тексты составлять без воды уже. Если посмотреть мои тетради прошлые, я их уже все порвала, потому что там очень более много было, и зачем их перечитывать, ну, как бы опять себя туда же вгонять, я их рвала. Но если их посмотреть, там каша на каше, там так заварено, все закручено, непонятно. Ну, для меня понятно, а если так человек прочитает. То есть на этом марафоне все равно же оттачивается мастерство писательское, да, это. Но самое главное, что душа излечивается полностью. У меня 2,5 года я мучилась с носом, с запахом из носа. У меня, ну, прям вонь шла, как будто там кто-то сдох, и ты не знаешь, чем оттуда изнутри вытащить вот эту тухлятину. Вот. Но я в больницу никуда не ходила, потому что я чувствовала, что это, ну, что это корни у меня внутри, но я не знала, как достать, как вылечить. Я Синельникова читала, но там не было того, как бы, той проработки или тех инструментов я не нашла для себя, чтобы излечить свою эту болезнь, да. А на этом марафоне, пока писала, пока за эти 33 дня, ну, я там чуть больше останавливалась, потом продолжала, у меня запах сам по себе ушел. Я сейчас дышу свободно, а то у меня вот здесь вот все время, как бы тут чисто, а вот где-то здесь все время тяжесть какая-то была, и как будто как забитый, я не могла свободно дышать. Сейчас я дышу свободно, у меня никакого запаха нету. В общем, у меня проход чистый прям, вот. Это как бы вот у меня эта боль, этот весь груз, эти мешки, да, с вонючим вот этим картошкой, можно сказать, наши обиды, чувство вины, там много чего, осуждений, ну там, если покопаться, очень много всего во мне сидело, ненависти, гнева, злости, в общем, все копило, да, за эти все годы. 20 лет я носила это все, мешок с протухшей картошкой. Вот мне нос и показывал мне сюда, что у меня все там загнило, нужно лечить-то изнутри себя. И этот марафон очень мне помог излечить эту болезнь. Я благодарю тебя, Наилечка, за твое огромное сердце, твоя вот эта вот искренняя, чистая любовь, которая действительно лечит души. Этот марафон очень сильно помогает вылечить наши несчастные, потерявшиеся души, или даже сказать, мы их сами посадили в клетки, да, в какой-то чулан засунули, и еще сверху каждый раз камнями вот так придавливаем, придавливаем. И этот марафон очень офигительный. Вот прям рекомендую всем, кто несчастен в своей жизни, у кого много вопросов, а ответов он не найдет, ответы все внутри себя. И этот марафон очень сильно помогает вытащить эту боль наружу, не прятать ее. Мы же ее прячем и сами того не осознаем, что мы и болезни же себе этим зарабатываем. А болезни нам только показывают обратить внимание на себя. И этот марафон, это чудесное поле на этом марафоне, оно вылечивает нас изнутри. Не так, как я ничего не говорю за многих, все по-разному проходят свой путь, но я очень много прошла, и я точно знаю, что все везде поверхностно, или просто я недопонимала,
Но вот этот вот марафон, я пишу как Бог, он действительно для освобождения наших душ, для понятия себя со всех сторон, для углубления себя и любви к себе. Это, ну, я просто счастлива. Я написала, я еще написала книгу, уже выпустила ее в электронном виде, но для меня это очень большой шаг, огромнейший, потому что я такая неуверенная была, недостойная ничего. В общем, во мне столько всего сидело внутри. Дописываю уже вторую, там третья тоже уже пишется. В общем, пишу, меня наполняет, то есть я на этом марафоне как бы распаковала свои таланты. Теперь я хочу говорить об этом, потому что это, я не знаю, даже еще таких слов сильно не знаю, чтобы, но это такие чувства внутри. Ты летаешь, ты счастливая, свободная. Правда, здоровье, финансы, да, это все как бы подарки тебе со всех сторон. Твоя жизнь улучшается, потому что ты начинаешь поворачивать к себе, начинаешь прислушиваться, любить себя начинаешь. Это очень круто. Нылечка, и тебе, и твоей команде, твоим девочкам очень огромное спасибо за поддержку. Поддержка очень сильно важна. Потому что когда я выписывала, я сама себе это в спальне закрывалась, выписывала, плакалась. То есть поддержки никакой не было, меня никто не понимал, а у меня душа болела очень сильно. И я сейчас очень счастливая, очень счастливая. Благодарю, благодарю, целую вас, обнимаю. И всем-всем рекомендую этот марафон. Не пожалеете, идите, пробуйте. Здесь вы найдете себя, вы придете к себе, полюбите себя, и вы это почувствуете, и ваша жизнь начнет меняться, потому что сначала нужно себя изнутри излечить, и это все проявляется в вашем мире. Всем добра, любви. Пока.